привет, ты на канале Magic Pets, я Софи. А я Мичу. Давай, говори. И мы с Аней вернулись в Россию и домой. Ура! Хотите, чтобы снова выходили ролики? Конечно, хотят. Юми. Конечно, хотят. Ох, Юмичу. Хотят. Ладно, ребята, вот там внизу, прям под видео. Да, внизу. Вот там вот, прям под роликом. Ссылка на новое видео на нашем общем канале Magic Family. Да, которое Аня выпустила после возвращения. Там очень много всего, обязательно его посмотрите. Юмичу, поспокойнее. А то подписчики не поймут. Кстати, надо вот еще что сказать. Подписывайтесь на Telegram. Там Аня общается с вами постоянно. И там вы узнаете все последние новости. Скоро будет одна такая новость. И скажи им, чтобы они ставили лайки, и подписывались здесь, и написали тут комментарии. Если хотят, чтобы мы вернулись на канал. Привет, а я киса Алиса. Как дела? Расскажи лучше ту жуткую историю про маньяка, который к тебе прицепился в вашей поездке. О, да, это вообще капец. Точно рассказывать? Люблю истории про маньяков. Сбежала я, значит, от Ани и пошла гулять на пляж. Погодка классная, была песочек, море и все было хорошо. Пока за мной не увязался какой-то длинноногий высокий парень. Он стал задавать мне всякие вопросы. Приветик, а ты что тут одна гуляешь? Меня учили незнакомым не отвечать, и я стала от него уходить, но он никак от меня не отставал. Я ему говорю, отстань от меня, отстань, понял? И убегаю. А он меня догоняет и говорит. Да ладно, чё ты? Тебе что, высокие брюнеты не нравятся? А я ему отвечаю, знаете чё, дядя, я вообще с незнакомцами не знакомлюсь. А, и как тогда? Что как тогда? Как тогда с тобой познакомиться, если ты не знакомишься с незнакомцами? Не понял. Ну вот вы идите и найдите какую-нибудь себе, которая знакомится. Ты? Вы чё? Я говорю, эй, малая, я хочу с тобой познакомиться. Я тебе не малая, понял? А ты чё, уже на ты? Это, кстати, моя тачка. Да, конечно, я так и поверила. Поехали, прокачу, малая. Сам ты малая, иди себя прокати. А ты чё такая дерзкая-то? Ты чё мне тыкаешь-то, а? А ты мне чё тыкаешь-то, а? Ты чё? А ты чё? Иди сюда. Нет! Я говорю, знакомиться давай. Не буду я с вами знакомиться. Опять с вами, ты только что на ты говорила. Отстань и не ходи за мной. Стоять, это, кстати, тоже моя тачка. Ну раз это твоя тачка, если ты от меня не отстанешь, знаешь, что я сделаю? А я не отстану и чё? Чё, да? Вот чё. Ты чё? Вот ты понял? Грубиян. Я с грубиянами не общаюсь. А ты зачем ногу подняла, а? Дай проверю. Ты чё, отстань. Я не понял, ты чё, парень? Так парни делают, ты чё, парень? Отвали. Так ты чувак, оказывается, да? А ну-ка иди сюда, давай разберемся. Сам ты чувак. Тьфу ты. Видимо, этот дурак никогда крутых девчонок не видел. Нет, ты девчонка. А чё, это крутые девчонки, что ли, поднимают ногу, когда в туалет ходят? Так, слушай сюда. Ну, и чё? Ну, и чё? Харчо. Да ладно тебе. Отвали. Ну давай. Отстань. Покажи, какая ты дерзкая. Я с грубиянами, говорю, не общаюсь. А с высокими, голубоглазыми и красивыми грубиянами? Чё ты хочешь, а? Будь моей девушкой, а. Ты чё, совсем дурак, что ли? Так. Ну ты такая прикольная. Я прикольный, ты прикольная. Если ты сейчас от меня не отстанешь, я сейчас реально собакой стану. Да ну. Не, зви меня. Хочу на это посмотреть. Ну, давай. Воу, ты что мне, по морде дала? Получил. Класс, давай еще. Еще разочек своей нежной лапкой. Ну ладно, давай, не стесняйся. Давай, а вот это еще интереснее. Ну давай, давай еще разочек по морде, а? Ну ладно, не хочешь по морде, да? А по попе хочешь? Маньяк. Ты офигела, ты че, а? Ща обматерю. Ничего себе, у тебя словарный запас. Ладно, давай уже знакомиться. Я даже твоего имени не знаю. И не надо. Ну хватит ломаться уже, ну серьезно. Точнее, уже не серьезно. Я высокий, спортивный красавчик. С голубым глазом. И что думаешь, таких мало, что ли? Ты что думаешь, у меня таких мало, что ли? А ты стройная маленькая красотка. И нам надо сделать детей. У нас же должны быть дети. Ты вообще, что ли, сдурел, кошмар какой? Ты что, ты что, опять, что ли? Сейчас я покажу тебе дети. Вот, видел? Вот тебе дети, понял? Ты опять мою машину описывала. Все, хватит. Мне осточертело, мне надоело. Это по горло ты у меня уже. Грубиян. Так, ладно, давай сначала, да? Нормально же начинали, ну давай заново. Мне теперь нужно найти дорогу домой. Давай, я тебе помогу. Я больше это не буду грубым. Давай по-нормальному познакомимся. Типа я как будто только-только к тебе подошел, такой говорю, привет, как тебя зовут? Никак. Да ладно, ты что гонишь, у тебя такое имя? Отстань! Это китайское или японское? Ладно, давай еще раз. Привет, как тебя зовут? Да отстань ты от меня, господи! Какой тебе господи? Я не господи. Хотя, конечно, если ты хочешь, я могу быть для тебя господи. Отстань! Но вообще, меня зовут Блю. Голубой! Синий какой-то там! Отстань! Блю, потому что глаз у меня голубой, а ошейник у меня синий. Поэтому я Блу. Эй, парнишка, ты чего к девчонке пристал? Вот именно, потому что он маньяк.
так и хочет со мной встречаться и иметь детей, а я не хочу. А ты что, парень? Ты почему ногу поднимаешь? Нет, я не парень. Я просто так писаю, потому что я крутая, понимаете? А он ко мне пристает. А ты уверена, что ты не парень? Конечно, я уверена. А вы скажите ему, пожалуйста, чтобы он ко мне больше не приставал. А ты точно уверена, да? Ой, все, короче. Не приставай к ней больше. Ага, да-да. Так, синий или голубой какой-то там. Мне надо найти дорогу домой, потому что я сбежала от хозяйки. Так что все, давай, не мешай мне. Ну скажи имя хотя бы свое, а? Ну давай, я тебе помогу. У мужчин нюх лучше. И слух, и зрение. Ага, конечно. И сил у нас больше, и выносливости, и вообще... Я вот сейчас пописываю на твое мнение, понял? Почему ты так много писаешь? Может, у тебя проблемы с почками, я не знаю. Может, тебе к врачу сходить? Я помечаю свой путь, иначе опять потеряюсь. Все, покеда. Не-не-не, мы так не договаривались. Давай хотя бы имя и номерочек. Какой еще номерочек? Ну, номерок, куда набрать тебя потом. Не надо меня набирать. А, да уж, я уже начинаю к этому привыкать. К чему это, что? К тебе, к твоим привычкам, к тому, что ты дерзкая такая. Я вообще уже к тебе привык. Так что ты не можешь просто так уйти, ясно? Кажется, я тут проходила. Нет, я тебя не пускаю. Мужик сказал, мужик сделал, поняла? Пошел ты! Ты как со мной разговариваешь? Ты чё? Ты мне не нравишься. Да почему? Нет, потому что ты маньяк. Да ну блин, ну да почему я маньяк? Эй. Не трожь? Ну, слушай. Не прикасайся. Дай поцелую, а. Ты чё вообще? Стоять! Последний раз видимся. Ну дай поцелую. Если больше никогда не увидимся, давай. Да ну тебя. Первый и последний поцелуй. Ну один. Нет, нет. Ну, один разочек. Фу, нет. Я говорю нет, нет. Ну. Ты слова нет вообще знаешь? Я тогда тебя никуда не пущу. Ну, я пойду тогда другим путем нашелся. Мне тут командир вообще офигел. Это значит твой дом, да? Не скажу. Я запомню. И за тобой приду, понятно? Я тебя не отпущу. Нет, ну все, с меня хватит. Я на тебя пожалуюсь своему другу кабану. У тебя что, мелкая, гопнички в друзьях? Да ты вообще что ли? А, опять кулачки пошли. Ты мне надоел. Че, подраться со мной хочешь, мелкая? Так, все. Ты нарвался, понял? Ты нарвался. Запомни, ты нарвался. И че мне будет? Это ты нарвалась. Блу еще никто не отказывал. Так что ты, малая, попала. Это ты попал. Давай, выходи, поговорим по-нормальному, слышь? Я закрываю дверь. Всем твоим друзьям кранты, понятно? И тебе я тоже отомщу за то, что ты мне отказала. Никогда меня не забудешь. Алло, кабан? Ну что, голубой, привет. Привет. Как дела? Нормально. Друзей, говорят, ищешь? Да, нет. Нет? Нет. Нет. Да, а чё? Да вот, подружиться с тобой хотел. Ну что? Дружить будем? Или как? А в чем дело-то вообще? Ну, раз не ищешь друзей. Это девка-то? Девка, говоришь. Девка, да? С девкой не подружился. Я пошутил. Пошутил? Шутник ты. Я... А ты-то кто у нас? Не девка, случайно? Я не девка, я парень, я просто, я подружку искал. Подружку? Ну, типа там отношения, понимаешь? Да? Ну ладно. Я не виноват. Что? Не виноват? То есть ты к девочке не приставал, не навязывался, не пугал? Я это... Да, это. И вообще... Чё хочу, то и делаю. Что? Что ты сказал? То есть ты меня не понял вообще? Ты меня вообще не понял, да? Ладно, я все понял. Уверен? Уверен. Молодец. Вали, чтоб я тебя не видел. Да уж, ну и история. По-моему, не такой уж он и маньяк. Но глубиян точно. Ну ладно, да, согласна. Но ты, конечно, тоже с ним жестко. Ничего не жестко. Ребята, вот напишите, я права или нет? Кстати, лайк, подписывайтесь, обязательно идите в Телеграм и на канал Magic Family. Там новое видео. Видео, вот там, вот внизу. Юмичу, люблю истории про маньяков.